Первый раз я взял в руки не гитару, а виолончель. У меня мама была виолончелистка, она преподавала и играла в симфоническом оркестре в филармонии. И она хотела, чтобы я был виолончелистом. Виолончелью я как-то в те годы не сдружился, но не потому, что мне не нравился этот инструмент, а скорее из-за вот такой детской, ребяческой какой-то комплекса такого. Мне было стыдно сходить с виолончелью в музыкальную школу, потому что она была большая, я был маленький, я тащил ее, дети во дворе смеялись, кричали, вон он с бандурой, я им объяснял, что это не бандура, что это виолончель, ну и так далее. В общем, у меня не случилось с виолончелью, причем я сейчас жалею об этом, потому что на самом деле музыкальный инструмент уникальнейший, и на сегодняшний день по звуку, который мне нравится, он для меня самый любимый инструмент, и свою гитару, вот электрогитару, я стараюсь по звуку приближать к звуку виолончели. А гитару я взял в руки первый раз, когда было мне, наверное, лет 8. Я пошел в музыкальную опять школу, это очередной раз после виолончели, когда я бросил. И это была семиструнная гитара, русская гитара. Сначала с таким большим удовольствием пошел, занимался, потом бросил, потому что, опять же, я столкнулся с тем, что я не мог, меня не учили тому, что мне хотелось играть. И, опять же, вот эти «Васадули в огороде» начались, вот эти русские штучки, которые мне тогда, как ребенку, были абсолютно неинтересны. Ну, в общем, начались с педагогом такие вещи, он, ну, не сложилось, будем так говорить. Я бросил, просто чтобы не мучиться самому. И решил для себя, буду учиться сам. Во дворе, как и все ребята, потому что тогда я уже подрос немного, там лет, наверное, было 13, может быть, 10. И во дворе вот с мальчишками, и вот эта дворовая школа у меня, гитары, в принципе, она была первоначальной. А потом, спустя какое-то время, когда я уже повзрослел, видимо, переломный какой-то возраст прошел, и мне попался педагог, он тоже работал в этой же музыкальной школе, где моя мама, Николай Николаевич Зябликов. И вот этот педагог, который меня, в принципе, и дал мне вот это направление. Все. Он был для меня авторитетом как и в жизни, как человек, начиная от внешности. То есть мне нравился просто, как он одевается, он модный был тогда. Это важно было для парня, которому там 15 лет или 14, что у тебя педагог не просто там какой-то ходит такой дядя, учитель в костюмчике, а который в джинсах ходит тогда, в те года, волосатый, с длинными. То есть это казалось, ничего себе, вот это да. И благодаря ему я вот эту школу музыкальную в четвертый раз, поступив в нее, пятилетнюю вот эту школу или семилетнюю, тогда она была, я закончил за 2 года. Очень быстро, прям шлеп-шлеп, 2 года, экстерном сдавал экзамены. И все, а дальше я уже пошел в училище и дальше пошел. А дальше у меня уже начались другие интересы в плане музыки. То есть я от классической гитары, и я начал увлекаться джазовой музыкой. И это было странно для моих сверстников тогда. И я начал открывать для себя вот этих всяких музыкантов, гитаристов, которые играли джаз. Ну, в принципе, как правило, американский. Тогда был Советский Союз, из музыкантов, которые в Советском Союзе. Я знал только 2 джазовых гитаристов. Был Алексей Кузнецов, и сейчас здравствующий, очень хороший джазовый музыкант. И Громин. У них был дуэт Кузнецов и Громин. Такой виниловый диск выходил. Я тоже его слушал, заслушивал там до дыр. Пытался снимать что-то. Снимать это на музыкальном жаргоне. Это значит слушать, что играет какой-то музыкант. И повторять нота в ноту, что он сыграл. Находить эту каждую ноту. Ну, снимать. Был вакуум достаточно серьезный. Не было интернета. Нельзя было просто взять, загуглить там что. Какой-то услышал где-то что-то раз и нашел трек и послушал. Тогда было очень сложно. Ну, во-первых, тогда нужно было взять магнитофон, пленку, найти у кого-то, у кого есть запись, переписать с той записи, которая уже была переписана 2-3 раза. Качество было отвратительное, все. Там нужно было вслушиваться, услышать что-то через хрипы, шумы, через что-то такое на этом магнитофоне. Чтобы снять, как я уже говорил, я с 19 скорости ставил на 9, чтобы она крутилась медленно, чтобы играла внизу, там бучало. Я прислушался, чтобы эти нотки можно было снять, почувствовать, что там было сыграно.
Это сложно было. Что касается нот, тоже. В магазинах найти какую-то нотную информацию по современной музыке или по той музыке, которая меня интересовала, было практически невозможно. Были такие люди, их называли тогда спекулянты. Они где-то откуда-то привозили из-за границы. Им кто-то привозил какой-то сборник этих нот или что-то еще. Это все делалось, я не знаю, ксерокопия тогда была или не была. В общем, чем-то перепечатывалось таким. Тоже 10 раз, где нотки вот эти уже не были пропечатаны, не все уже. Потому что с перепечатанного еще делались копии, копии, копии. И там приходилось догадываться, дописывать руками эти нотки какие-то. Вот. И вот по такой вот всей вот этой вещи, истории приходилось учиться. Ни одно событие в жизни не проходит без своего определенного потом последующих цепочки событий. Вот. Мы со Светланой со школы вместе в одном классе учились, и потом со временем, после школы, там, когда закончили учебу, мы поженились. И вот свадьбу мы играли в том городе, где мы жили, это подмосковный город Серпухов, но не все родственники ее приехали, и мы поехали в Луганск, ой, в Варшаловград он тогда назывался, там у нее родственники жили, сейчас Луганск, это на Украине, и догуливать свадьбу, будем так говорить. Там другие родственники, которые не смогли приехать. И вот именно в день, когда у нас был вот приглашены гости, мы уже шли, что-то нам нужно было докупить к столу. Я проходил, и я вот слышал, что кто-то играет на саксофоне и на барабане из какого-то здания. Я посмотрел, что это за здание, я не знал этот город, видел, что это Варшаловградская областная филармония. Я тогда сказал Светланке, говорю, ты иди домой, я тебя догоню, я пойду просто зайду. Мне интересно, люди играют джаз, мне просто интересно зайти познакомиться. Захожу, там сидит барабанщик и саксофонист, я с ними познакомился. И они взял бас-гитару тогда, и начали мы играть с ними втроем, я забыл про гостей на какое-то время. И я пришел с опозданием, когда все сидели и ждали жениха, а жених там где-то джаз играет. Но к чему я это все рассказал? Вот этот барабанщик, это мой друг, очень старый загид, однажды меня потом, спустя какое-то время, позвал меня работать в Грузию, в грузинский ансамбль «Ингури», с ним, потому что они набирали новый состав. Я поработал там, какое-то время вернулся назад, и вдруг мне звонок. Я работал в ресторане, ну, как и все музыканты тогда работали в ресторане. Мне телефона домашних тогда не было. Меня вызывают на переговорный пункт. И мне звонит такой человек, и назвался Руслан Муратов. И говорит, я собираю коллектив. Мне вот барабанщик, вот этот загид, сказал, что ты хороший музыкант. И вот я говорю, да я в ресторане работаю. Да я уже не на гитаре, я уже на бас-гитаре давно играю. Я уже гитару продал свою. Он говорит, нет, я загиду верю. Он мне сказал, давай попробуем. Вот, хоть я и отказывался, он говорит, давай попробуем. Я просто говорю цепочку событий, почему так долго. И я пошел, и так получилось, что я попал в эту группу, которую делал Руслан Муратов, которая называлась тогда «Формула-2». Эта группа просуществовала какое-то время. Мы ездили, вместе работали с Ларисой Долиной, как состав, который разогревал, и там в середине играл. И через вот эту цепочку, вот как получилось так, мы попадаем, Руслана берут клавишником к Валерию Леонтьеву. И в этот же момент в коллективе «Эхо» Валерию Леонтьеву уходит барабанщик, клавишник и гитарист. И нужно было помимо клавишника еще гитариста и барабанщика. Руслан, естественно, берет меня, и мы берем еще барабанщика. И вот мы втроем приходим, и это был 90-й год, и вот с тех времен... В принципе, я там и остался. Руслан потом впоследствии ушел заниматься музыкой к фильмам, а я до сих пор вот, в принципе, остался. Валерий Леонтьев – это единственный, на мой взгляд, исполнитель российский, тогда советский и российский, который действительно самый настоящий артист, самый настоящий музыкант и действующий до сих пор, собирающий залы, гастролирующий. На протяжении стольких лет, 47 лет, человек собирает залы. Это очень большой срок. И, естественно, это для меня послужило очень хорошей практикой, хорошим уроком. И, в принципе, он как пример для меня по жизни, как музыкант, как человек. И его отношение к коллективу. Почему
вопрос, почему так долго люди с ним работают. Не я один, там многие люди работают так же, как и я. И балет, который уже работает почти 20 лет с ним, для балета 20 лет работать, то есть балетный срок достаточно короткий. Но люди работают, это говорит о его отношении к коллективу. Это вечность и мгновенье. Нам нравится в Майами, нравится в Америке. Нам нравится и в России. Но здесь тепло, и здесь комфортно. И опять же, здесь я могу играть, и мне нравится играть ту музыку, которую, на которую, вот если как бы вернуться в детство, я учился и воспитывался. А нигде лучше нельзя ее прочувствовать и понять, как именно в среде, где она звучит отовсюду. Мне хотелось бы здесь как-то себя проявить в музыкальном, как гитарист, и как музыкант, как композитор, как аранжировщик в Америке. Хотелось бы проявиться. Ту музыку, которую я хотел бы играть, здесь люди, они, для них эта музыка своя. То есть, неважно, если я играю такую музыку в России, то это, как правило, люди, близкие к музыке. То есть, аудитория достаточно узкая. А здесь такую музыку слушают все. Здесь эта музыка является популярной музыкой. Если у нас популярная музыка — это одна музыка, то здесь популярная музыка — это именно вот такая. Ее можно назвать популярной здесь музыкой, потому что большинство людей здесь выросли на этой музыке, они слушают, они другую не знают и слушают. Поэтому, естественно, аудитория здесь намного шире. И у меня всегда была мечта такая, чтобы все, что бы я не играл, чтобы я играл только, играл как музыкант, делал себе в удовольствие. Но чтобы это мое удовольствие приносило удовольствие как можно больше людям. И на самом деле небольшая разница, это будет небольшой клуб или огромный какой-то стадион. Было бы, конечно, лучший стадион. Конечно, это было бы прекраснее. Но как получится, как судьба сложится, я опять же говорю, все цепочка событий. Я вижу себя как музыкант здесь, именно как музыкант, который играет музыку, которую хочет играть, не которую вынужден, а которую хочет играть, которую будет играть от души. И чтобы вот этой музыкой свою радость и свои чувства передавать как можно больше людям, чтобы они меня слушали и радовались, и переживали то, что я переживаю, играя вместе со мной.